После столкновения от пассажирского автобуса остался лишь выгоревший корпус. ДТП произошло на 25-м километре трассы Ярославль-Рыбинск, известное время 17:35. По предварительным данным, Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с пассажирским автобусом 500M. Известно, что погиб водитель иномарки. Сейчас его пытаются достать из-под колес. Известно о 7 пострадавших в автобусе. Они доставлены в Тутаевскую больницу. Также пострадал водитель автобуса. Известно, что со сломанной ногой он тушил загоревшийся автобус. Как мы видим, от него практически ничего не осталось. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Находится начальник областного управления дорожной полиции. Сейчас он расскажет о подробностях этого столкновения. Обстоятельства предварительно такие, что Hyundai Solaris двигался в направлении города Ярославля. Есть показания очевидца, что он с правой стороны произвел опережение по правой полосе попутно двигающегося автомобиля, и при перестроении в левую сторону, значит, его занесло. Как я уже говорил, известно о 7 пострадавших из автобуса. Сейчас на месте также работают представители автотранспортного предприятия. Они говорят, что все пассажиры застрахованы. Каждый пассажир у нас застрахован страховой компанией ВСК, поэтому просьба всех, кто пострадал, обратиться в эту компанию. Сейчас специальные службы пытаются разобрать место происшествия, достать пострадавших из-под обломков железа. Сейчас, как я говорил, уже известно об одном погибшем. Возможно, скроются еще какие-то подробности. Коллеги, у меня на этом все.